Ребята, всем привет, вы на моем YouTube-канале. Сегодня я снимаю для вас видео. Сейчас я буду доделывать вот эту вот елочку. Вот, это подставка, если что, для елочки. Вот. Я ее делала сама из картона. Я это видео не выкладывала, потому что я подумала, то, что вам это будет не очень интересно. Но вы меня очень об этом просили, и я решила все-таки снять. Если вы следите за моим инстаграмом, то вы уже знаете, что я немного приболела. И у меня вот такой вот голос, поэтому да. Сейчас, в общем, будем исправлять. Ну, в смысле, не исправлять, а доделывать. И вот эти вот игрушечки, вот, мы будем переделывать вот такой вот бумагой блестящей. Это будет не влог, я буду в это время отвечать на вопросики. Так. А вот клей лежит в пистолете. Так, сейчас мы его подключим. Сейчас я подключу все, настрою и потом буду начинать отвечать. Так. Все. Так, сейчас я тут выписала вопросики, я просто их уже прочитала. Ну, в смысле, выбрала, на какие буду отвечать. На какие бы темы я хотела бы поговорить. Так. Какие... Ребята, простите. Кашель просто еще до сих пор есть. В общем, вопрос состоит таковой. Какие подарки я вообще ожидаю? И будет ли, как был год, короче, ребят. Рассказываю историю. Был год, когда я искала подарки на День Святого Николая. И был, короче, год, когда я искала подарки. И вы в этом году, я так понимаю, тоже ждете. Ребят, ну не знаю, я, в принципе, как бы так вот думаю, да, давайте сейчас поговорим на эту тему. Но я тогда, кстати, подарка не нашла, и я думаю, тогда его просто родители где-то запрятали. А когда пришли с работы, уже ближе к вечеру, то они его принесли как-то незаметно, потому что я тогда спала, и им это было в пользу. Ну, они пришли, я тогда дремала, ну, спала, вот, и они пришли, это им было в пользу, потому что они его могли где-то спрятать. И тогда я уже их бы не искала, потому что, ну, в прошлый раз это, получается, было в пятницу, а потом я уже не искала, потому что, как бы, родители уже дома, и в субботу они тоже не пошли на работу, ну, логично, вот. Так, у меня тут уже, наверное, пистолет сейчас вытечет пока. Ну, не знаю, ребят, в принципе, как бы в пятницу у меня родители будут на работе. И можно будет попробовать поискать. Потому что, я думаю, в этом году они заранее купили. Ну, вы знаете то, что я вроде бы просила, или не знаете, не знаю. Полился клей. Клей полился. Такс. Просто, как вы знаете, у меня, ну, чуть-чуть не так получилось. Ну, в общем, да. Так, вот этот клей, вот эти волосины потом. Так, сейчас мы теперь будем... Нам еще понадобится клей-пистолет. Я его пока что выключила с нагревания. Чтобы вот эту елочку потом приклеить сюда. И... Было все супер. Так. У меня здесь есть всякие маленькие кусочки. Сейчас мы вот из них все повыбираем, чтобы уже их выкинуть. И они у меня уже тут не валялись. Потому что я вот пока болею, я тут убираюсь. А, короче, главное, надо одного размера все сделать. Ну, примерно хотя бы одного размера. Да. Надо будет уже в следующем году купить еще бумаги, потому что мне уже ее очень мало. Так, это мы пока убираем. Уже куча блесток на столе. Так, сейчас я камеру чуть-чуть. Вот. Вот. Так. Значит, вот такие маленькие кусочки сразу убираю. Я вообще не понимаю, почему они здесь лежат. Ну, вот этот кусочек просто можно закруглить, и все. А, ну, так вот, я, в принципе, ответила на вопросик, ребят. Поэтому
Скорее всего, я по этому шарику, кстати, и буду сейчас делать размерчики, потому что он вполне нормально. Блин. Ладно. Так, вот это тоже выкидываем. Обрезки, обрезки, обрезки. Зеленый. Тоже можно. Так. А тут уже надо карандашик. Так что, ребят, не знаю, честно говоря, будет видно это уже послезавтра. Я думаю, то, что будет такое видео, потому что вам это будет очень нравиться. Но если я найду подарок, то я, наверное, себя переборю и не буду смотреть, что там. А может, и не переборю, не знаю. Ну, будет видно. Но я думаю, то, что я его просто не найду, и все. Чисто мое мнение, не знаю, я так думаю. То, что я его просто не найду, расстроюсь, как в прошлом году, и все. Не знаю, мне так кажется. Если я, конечно, найду, то это будет просто пожар в моей голове, и все. Потому что я нашла подарок. Я просто вот один раз я искала, вам это видео зашло, и вы меня просите, потому что уже подходит время ближе к Николаю. Это, кстати, восьмерочка. Я ее не буду выкидывать, потому что хай будет у меня. Ну, то есть вам это очень нравится, рубрика. Все, вот это мы выкидываем. Так, отвечаем на следующий вопросик, то мы на этом вопросике сильно застряли. Так, следующий вопросик. Ага, будешь ли ты еще нам показывать какие-то упаковки, там, каких-то подарков, такое всякое. Ребят, ну конечно, еще родителям буду упаковывать. Еще вот после этого видео, если у меня хватит силы, то сниму еще, как я буду упаковывать бабушке подарок, потому что он у меня вот уже лежит вот перед глазами, он уже у меня готовый. И на День Святого Николая я тоже буду упаковывать. Так что, конечно, буду. И тем более еще. Еще буду кучу подарочков упаковывать Насте, еще буду показывать, какие подарочки уже ей готовы, какие не готовы и так далее. Так, ну вот это вот мы выкинем, потому что здесь ничего не понятно и ничего. Хотя, нет, можно здесь еще кое-что обрезать. Ну, сейчас именно кружок. Так, два кружка тут можно обрезать, желтеньких. Нам еще тут надо очень много кружков. Вот. В принципе, ребят, ну, вы мне пишите, типа, ждать нам, не ждать вот видео, там, где ты будешь искать подарки. Я думаю, это что ждать. Я так думаю. Но, как бы, пообещать я тоже ничего не могу. Не знаю, думаю, это что ждать. Как бы ждать не нужно, но ожидать надо. Вот. Ну, в общем, следующий вопросик. Сейчас я вырезаю. Так. Следующий вопросик. Я просто выбираю, по какой очередности. Да, я просто смотрю на камеру. А что это такое у меня тут? Атю. Я уже перепугалась. Так. А, во. Покупала ли я какую-то новую одежду и в чем я буду на Новый год? Самый многозадаваемый вопрос. В чем я буду на Новый год? Ребята, на Новый год я буду в топике и в джинсах. То есть ничего особенного в этом нету. Я не понимаю, почему вас этот вопрос так волнует. Просто в основном все блогеры снимают, то есть в чем они будут на Новый год, там какие-то платья покупать. Нет, я просто такое не снимаю, ребят, потому что я считаю, вам такое неинтересно. Если вам, конечно, такое интересно, то я, может быть, начну снимать, но не точно. Потому что, ну, мне кажется, это как-то неинтересно, что ли. Не знаю.
Скорее всего, я не буду снимать такое. Потому что, мне кажется, вам это не будет интересно. Может, и будет, конечно, но не знаю. В принципе. Так. Какие-то вопросики неинтересненькие. Просто не я их выписывала. И тут еще надо и почерк как бы разобрать. Да. Просто если бы я их выписывала, было бы не так интересно, когда я на них бы отвечала бы. Так, дальше. Будет ли видео, когда я буду праздновать свой день рождения? Ребята, именно в день рождения, именно 23 декабря 2021 года видео будет. Но не как я буду там за столом, как я буду праздновать. Просто будет влог, утренний влог, и все. И, то есть, ну, ничего большего. Я вообще просто, ну, не понимаю, как, зачем это, и все. Не знаю. Поэтому я вам ответила то, что будет просто как обычный влог, просто 5-минутный, 10-минутный влог, и все. Я просто расскажу, вот у меня день рождения, вот я буду так праздновать, и вот все, вот так вот, то есть все будет, и все. Больше я, в принципе, ничего не буду говорить, там такое всякое. Так, все, мне закончились. По-моему, еще есть. А, нет, это не меленькие. А, нет, есть и меленькие. Смотрите, у меня розовой бумаги мало осталось уже. В общем, сейчас я подостаю и включусь. В общем, достала я вот кучу бумаги разной. Вот. И нашла еще кучу разных всяких приколюшек. Сейчас буду вырезать. В общем, ребята, у меня уже почти вся елочка готова. Мне осталось вырезать одну игрушку, которую я уже почти довырезала. Я уже на этот вопросик отвечать не буду, потому что я сильно разговариваю много, и у меня начинает болеть горло. Поэтому, да. Будем стараться не разговаривать. Вот. Сейчас уже почти доделываю елочку нашу. Все, готово. Теперь осталось только приклеить эти все кружочки, игрушечки новогодненькие. Ну и потом приклеивать саму елочку. В принципе, получилось вполне красиво и вполне как новогоднее. По-новогоднему, в общем. Красота, лепота. Уже почти все приклеила. Сейчас еще последние штрихи, ребят. Как вы уже поняли, в связи с голосом ближайшие 2 дня, в принципе, видео выходить, наверное, не будут. Не знаю. В общем, осталось приклеить буквально пару штучек. Будем приклеивать уже, можно включать греться пистолет, потому что он уже успел. Ну, конечно, я уже 2,5 часа видео снимаю. Да, и посмотрите, сколько у меня гора мусора. Просто смотрю на нее, не знаю, как я это все буду выносить. Сегодня взяла маленькую камеру Sony. Смотрите, кстати, какая у меня елочка получилась. Красота, я считаю. Просто. И подставочка. И сейчас мы сделаем вот так. Это будет очень красиво.
Пускай еще немного погреется. Это восьмерочку мы ее ложим сюда. Карандашики сюда. Сейчас надо нащупать розетку. Вон, нащупала. Опа, все, включила. А то они там выключены, оказывается, была. У меня, кстати, вот этот клей почти закончился. У меня осталось вот два еще. И надо будет купить уже, кстати. Потому что видите, сколько осталось? Мало очень. Ну, прям божественно. Мне прям нравится. Это склея пистолета, если вам видно. Вот. Так. Так, все, погрелся. Мы им уже... Я думала, я до этого дотронулась. До вот этого. А то я до елочки дотронулась. Ну, а с вами, ребята, мы будем прощаться. Я надеюсь, вам понравится это видео. Всем пока-пока, до новых встреч.